Сёння 110-я гадавіна з дня нараджэння героя Савецкага Саюза, ураджэнца Гомеля Іллі Катуніна. У 19 гадоў ён пачаў працу на гомельскім станкабудаўнічым заводзе. Праз 7 гадоў стаў выпускніком Ейскай школы марскіх лётчыкаў. Служыў на паўночным флоце. У красавіку 1944-га 36-гадовы лётчык накіраваў свой падбіты штурмавік на карабель ворага ля берагоў Нарвегіі. Цель была збітая. Пасмяротна Іллі Катуніну присвоили звання Героя Советского Союза. Сёння его имя носить вулиця у родным Гомелі. Яна веде до завода, на яким працавал Илья Борисович, и до интернациональной вулиці, где стоял батьковский дом. Историю життя нашего героичного земляка узгадали подчас встречи у библиотеки имя Герцена. Нагадать подрастающему поколению про самое важное у нашим историчным минулым – это проекта «Патриоты Родимы». Мы знаем, что вот эта улица такая, Катунина, но кто был этот человек? Что он сделал для нашей страны, для нашего города? К сожалению, многие уже не знают. Так что мы считаем, что ведем образовательную работу, которая полезна для нашей молодежи и не только.